Вышли на прогулку. Дайте теперь я понюхаю. Ой. Красота. Пока снимала, мои все убежали вперед. Народ местный еще. Кто в пальто, кто в куртках, кто в жилетках. А мы уже все вон разделись. Эти женщины нагрузят кого хочешь. Чем хочешь. Ой. Люба, посмотри, пауза занимает на завтра. Ну да. Ой, а завтра здесь что будет? Завтра же среда. Цыганский рынок. А позавтра пойдем, а как же? Мы сегодня-то специально поехали, Валер, в этот магазинчик. Народу, да, сегодня нет никого. А завтра тут будет... Ой-ой-ой. Белая сирень начинает зацветать. Ой, мои дорогие, вот ну... Запах не передает. Вот все говорят, что украинцы не ездят к нам сюда. Конечно, еще как ездят. Это мы не можем с Крыма попасть на Украину. Нас никто не пустит отсюда. А им можно. Дорога, конечно, тут просто разбитая в хлам. Ну, тут такая улица-то. Вот еще. Только-только начинает. Ой, я так почему-то люблю это время, когда сирень цветет. С детства, наверное. Каштан цветет. А, это вот такая смородина. Ну, как у меня росла такая, я ее всю вырубила. Такая бестолковая, невкусная. Вот, с 4 апреля работает чебуречная. Чебуреков тут много, но самые хорошие здесь. Кто в куртках, кто раздетый. Хорошо. Ну что, вкусно? Ой, течет у тебя все, течет, Егорка. Боже ж мой, господи. О, прям перед нашей калиткой. Вот так они, твари, носятся, а тут дети, люди на остановке. Только сегодня об этом разговаривали. Только говорили, да, ты посмотри. Что они на скорости ездят. Он куда улетел? Она.
Вот что творят, а? Я говорю, тут люди живут. Если знака нет, значит, надо носиться, блин, 100 с лишним километров. Ой, это хорошо в это время автобуса нет. И людей не было на остановке. Кошмар. А там ребенок в машине, посмотри. Его тоже ребенок родил. Ну да. Натворили. И все живы, да? Да. Слава богу, хоть живы. Ты посмотри, а. Поразрывало нафиг. Там морды-то нам нет тоже. Да, у тебя, парень, полная жопа, это точно. Гаишников. И там надо думать потом, куда ее тащить. Приехали, видно, слышь. Номера-то. 197. Угу. На въезде волнует. Я куда поворачиваю, мне будут два гребаных фундамента сегодня. Вот так вот. Ну вот, ГИБДД приехала. Ну что, вот три машины. Вот эту задели вперед. Да, вон в кустах. А все почему? Потому что нет знака ограничения скорости. Поселок, столько людей живет. И они вот так вот носятся. Остановка. Ну. И виноват вот этот вот. Причем он сам сказал, что я виноват. И тут хорошо машину белую чуть-чуть задели, а там ребенок у них. А мы, главное, только приехали перед этим. Вот так вылезали бы с детьми из такси и прилетело бы вот. А если бы на остановке стояли? Ой, о чем только люди думают. Что, скорость сразу сбросил? А то несся. Конечно, все тихо ездят. Ну вот. Сейчас загружать будут. Господи. А это еще так и стоит. Это вот сколько прошло уже? Часа два, наверное, больше? Больше. Часа три. Ехали люди куда-то по своим делам. Дали им по морде. Дали им, да? Ни за что, ни про что. Остались люди без машины. Надо номера посмотреть. Я не вижу отсюда номера. Местные или приезжие? 23, по-моему. Ну, это Краснодар. Ну, хотя тут много очень машин, да, купленных. Да, очень много. Я говорю, слава богу, обошлось все без жертв. Я говорю, мальчишки даже не вышли в первые минуты. Так они в шоке были. В шоке были, сидели. Прилетели в кусты. Какой ужас. Жесть. Ну, а эти-то эти уехали, да, на микроавтобусе. Это же не собирают в дороге. Ой. Что не про что прилетело, парня? Да.
Так что все, кто за рулем, ради бога, смотрите по сторонам. Не носитесь, как сумасшедшие. Иначе будет вот так все это валяться по дороге. Еще хорошо людей не было, а то еще людей бы убили. Я не понимаю, почему здесь не сработали подушки. У нас их нету. Может, они и сработали, откуда-то знаешь. Не видно. Их бы видно было. А ты сходи, посмотри. Нет. Ну ладно, хоть живы все. Потащили. Заднюю стойку. Ну ладно. Ой, чтобы это было самое плохое в этом году для вас. Вон как машину поднимают. Господи, на какую высоту-то? Что-то тупо грузили так на погрузчик и все. А эту прям вон куда. Ты потихоньку спускайся, пока найдешь, и хорошо этот открой. Пойдем, открой ворота. Давай. Давай. Вот, представляете, прямо у нас за калиткой. Все, это уже металлолом, наверное. Да уж понятно. Не подрешит. Да нет, Валер, да ну что ты. Он ее развернуть надо, она, видишь, как боком. Правильно, черный, правильно. Нехрен гонять. Колеса даже не уехали, задние. Ну, один второй, второй уже говорю, нету. Вот он, виновник всего торжества. Вот так, мои дорогие, вот такой день у нас получился. Насмотрелись, напереживались. Пока-пока, мои дорогие.